Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Формула успеха» в студии Анна Федорова. И, как всегда, здесь мы обсуждаем историю того, как найти свое призвание, как сделать так, чтобы тот призыв, который дает Господь в жизнь человека, приносил добрый плод в Царство Небесное. Что такое майнд-образование и для чего оно необходимо? Как сегодня церковь может помочь молодому поколению утвердиться в Боге и быть успешным служителем? А также обновление ума всегда ли значит обновление жизни? Будем разбираться вместе. Сегодня напротив меня замечательный служитель, я рада представить, э, директор филиала Международного института майнд-образования в Сеуле, почетный доктор педагогических наук Ли Хон Мок. Доктор Ли, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Я тоже рад видеть да. вас. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня. Вы посетили 45 стран мира, у вас огромное служение, и вы имели возможность читать лекции о майнд-образовании. Расскажите, пожалуйста, для наших зрителей, в чем суть этой программы и на кого она направлена. Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога за эту встречу. Большое спасибо ТБН за приглашение. Также передаю большой привет всем братьям и сестрам нашей церкви в Москве. Ну что ж, суть майнд-образования заключается в одном единственном вопросе, который звучит постоянно с какой точки зрения, каким взглядом вы смотрите на ту или иную ситуацию в своей жизни. Это очень важно, потому что счастье или несчастье, безусловно, зависит от состояния сердца человека, каким будет исход дела, успешным или провальным, точно так же зависит от состояния его сердца. Поэтому очень важно смотреть внутрь себя, исследовать себя. Еще один важный вопрос — смотришь ли ты на какую-нибудь проблему позитивным взглядом или негативным? Поверьте, от этого очень многое зависит. Мы говорим о трех направлениях в майнд-образовании, основываясь на Библии. Первое — это глубокое размышление. Если человек будет глубоко размышлять, вникать в Слово Божие, то тогда такой человек сможет приобрести мудрость, и это важно. Второе направление — майнд-образование, формирует сильное сердце. Без этого не обойтись. Сильный человек может бросить вызов условиям, он готов к неожиданностям, Кроме того, люди такого склада могут пожертвовать собой во имя чего-то. В таких людях постепенно формируется сильная душа. Например, когда вирус попадает в организм человека, наш иммунитет начинает с ним бороться. И точно так же, если у человека формируется сильное сердце, то с помощью него он сможет преодолеть различные проблемы. Третий момент ⁇ это обмен. Когда мы разобщены, отчуждены друг от друга. Мы слабые люди, у нас много ограничений. Но когда мы стоим вместе и объединяем свои усилия, то в итоге создаем огромную синергию и силу. Поэтому в нашем институте мы много говорим о взаимопонимании и обмене опытом, знаниями. Изначально нашей основной аудиторией была молодежь, но теперь мы видим, как в этом образовании нуждаются все люди. Отдельно хотелось бы отметить роль семьи. Необходимо, чтобы супруги разговаривали, делились тем, что есть на душе общались от сердца к сердцу. Дети и родители должны стремиться находить общий язык. Я хотела, чтобы вы, может быть, еще такой вопрос осветили для наших зрителей. В чем главное преимущество этой программы Mind лекции по сравнению, скажем, ну просто с коучингом, с другими тренингами, которых сейчас очень много, и каждый там, да, второй уже проходит какие-то лекции по языку, по тимбилдингу и так далее. Вот в чем ключевая особенность именно этой программы? Да, очень важный компонент в майндобразовании — это взгляд человека. Был в Библии такой герой, которого звали Иосиф. Это десятый сын Иакова. Иосиф был самым любимым из двенадцати сыновей. Его старшие братья ненавидели его за пророческие сны. Они называли его безумцем, сновидцем. Это привело к тому, что за 20 серебряников они продали его торговцам, которые направлялись в Египет. В глазах людей Иосиф был рабом. В конце концов, его купил начальник телохранителей фараона Патифар. Он смотрел на него, как на хорошего, способного раба. Была также жена Патифара, она смотрела на Иосифа и видела в нем симпатичного юношу и посчитала, что он сможет удовлетворить ее потребности. В конце концов, из-за всех этих событий Иосиф попал в темницу и стал узником. Другие узники смотрели на Иосифа, как на преступника, который пытался изнасиловать свою госпожу. Я хочу отметить, Иосиф мог быть в любом положении, но когда Бог смотрел на Иосифа, он смотрел на него как на владыку Египта. И когда Иосифу было 18 лет, Господь явил свою волю. То есть жизнь Иосифа зависела от того, какой образ он принимает. Он может быть несчастным, страдать, может находиться в отчаянии, но что было в сердце у Иосифа, он выбрал смотреть на себя Божьим взглядом. Когда братья ненавидели его, когда его продали в рабство, он все равно продолжал думать о себе, как о будущем правителе Египта. Поэтому Библия говорит, что независимо от положения Иосифа, он всегда был успешным, так как принимал образ мыслей Бога. Поэтому люди стремятся получить майнд образование. В какой бы должности человек ни находился, независимо от статуса и положения, он соединяется с Богом через майнд образование. Он всегда стремится быть позитивным. И также человек майнд образования в любой организации, на любом собрании может создать позитивную атмосферу. Такой человек может сделать свою организацию самой успешной. Я хотела спросить, какие свидетельства и чудеса происходят с людьми после того, как они слушают майнд лекции. если есть такая статистика приведите ее пожалуйста, какой процент людей да, изменили свою жизнь, нашли свое призвание да, и стали успешными? Есть очень много таких примеров. Я расскажу историю одного мальчика по имени Менцу. Его родители работали в школе преподавателями и вскоре у них родился сын. Врач- педиатр обследовал мальчика и поставил ему диагноз аутизм который невозможно вылечить. Минсу был умственно отсталым, у него было нарушение развития, мальчик не мог самостоятельно ходить в туалет до 7 лет. Его коэффициент интеллекта составлял только 50 баллов. Его постоянно обучали всевозможным упражнениям, но он даже не мог самостоятельно почистить свои зубы. Например, когда полощешь зубы после того, как почистил, нужно выплюнуть эту воду, а он глотал ее. Его родители впадали в отчаяние. Минсу ел руками. На дорогах он мог бросаться под машину, и из-за этого несколько раз чуть не умер. Его родители очень страдали. У них самих было желание умереть. Они понимали, что с таким ребенком им нужно жить всю оставшуюся жизнь, где бы они ни находились, дома или на работе. Им было очень тяжело. И хотя в Корее Медицина очень хорошо развита, но все врачи в один голос твердили, что для него нет никаких шансов на выздоровление. В школу он ходить не может, учиться тоже. Только одно разочарование и отчаяние. Но однажды родители Минцу обратились за консультацией к нам в Институт Майнд образования. Они встретились с пастором Уксупаком, основателем Майнд образования. И пастор сказал им, есть два образа вашего сына Минцу. Первый — это аутист, имеющий нарушение развития, который никак не может выздороветь. А есть второй, это ваш сын Минцу, который в Боге. Он нормальный, здоровый, он может учиться, заниматься спортом. То есть это здоровый ребенок. Вам нужно принять своего сына как здорового, нормального мальчика и буквально вытащить из своего сердца образ больного ребенка. Провозглашайте слова веры. Говорите их Минцу. Ты сможешь учиться, ты сможешь заниматься спортом, ты абсолютно здоров. Родители приняли это слово и начали практиковать в общении с сыном. Они сделали шаг веры, отправив его в обычную школу. Конечно, вначале дети издевались над ним. Но каждый раз родители говорили «Минсу, ты абсолютно здоров, ты можешь повторить за ними». И Минсу начал принимать эту правду о себе. То есть родители фокусировали его взгляд на будущем независимо от положения дел в настоящем. И Менсу послушал их. С четвертого класса он начал усиленно заниматься, и впоследствии смог занять место председателя совета школьников. Потом его взяли в сборную команду по легкой атлетике. Отец начал обучать его плаванию. Цу делал потрясающие успехи. Он начал принимать участие в разных соревнованиях, завоевал множество медалей. Люди вокруг начали удивляться. Затем Мин Цу поступил в среднюю школу. Его успеваемость начала расти. Мальчик успешно развивался. Он изучал английский язык. Сразу скажу, что он блестящим владеет английским. Итак, Мин Цу окончил среднюю школу и на два месяца уехал в Америку на изучение курсов языка. Он действительно очень хорошо говорит по-английски. Впоследствии Минцу поступил в университет, и сейчас он учится на филолога. В данный момент он поехал за границу в качестве волонтера. Удивительные деяния произошли. Эта история дает силу многим людям. Родители Минцу теперь поддерживают других. Ведь многие люди на самом деле, счастливы. Человек может быть счастлив даже несмотря на неблагоприятные условия. И наоборот, люди, которые живут в прекрасных условиях, все равно остаются несчастными. Самый большой успех для нас ⁇ это правильно строить отношения между Богом и нами. Мы говорим о трех направлениях в нашем институте. Есть такие понятия, как IQ, EQ и SQ. IQ — это наш интеллект. Мы говорим о способности к пониманию, о памяти, о способности быстро понимать решения. Такие люди очень быстро всему учатся и поступают в престижный вуз. И, возможно, они думают, что это и есть успех. Фактически так и есть. Эти люди закончили хороший университет, поступили на высокооплачиваемую работу, зарабатывают много денег. И среди моих знакомых много таких успешных людей. Но проблемы у всех одинаковые. У многих из них очень плохие супружеские отношения. Они несчастны. Они не находят общий язык с детьми, не находят общий язык с коллегами. Пообщавшись с ними, я понял, это не успех. Но в чем же тогда на самом деле настоящий успех? EQ ⁇ это эмоциональный коэффициент, это глубокое размышление, самообладание, понимание других людей, это готовность жертвовать собой, умение решать сложные вопросы, способность быстро реагировать на новые обстоятельства, быть мудрым и гибким. У кого очень высокий эмоциональный коэффициент, у того очень здоровое сердце, эти люди умеют быть счастливыми в любой ситуации. Поэтому люди с высоким эмоциональным коэффициентом гораздо более успешны, чем люди высокоинтеллектуальные. Но есть у нас и SQ, который имеет преимущество перед другими двумя. Это так называемый спиричел, то есть духовный коэффициент. Коэффициент отношений между Богом и нами. В этом есть бесконечная энергия. Это создает чудеса. Человек, у которого этот коэффициент высок, способен в любой ситуации добиться успеха. Например, он может выздороветь, освободиться от тяжелой болезни. Человек, который обладает высоким коэффициентом SQ, который строит правильные отношения с Богом, находится близко к нему и будет самым успешным. Когда у нас высокий коэффициент SQ, то в любой сфере, мы можем добиться успеха. Бог подарил нам сердце. Если наше сердце соединяется с Богом, то бесконечная сила Господа переходит к нам. Мудрость Бога переходит к нам. И, безусловно, все это отличается от наших решений, от воли человека. Если мы проживаем эту мудрость и силу, Тогда мы можем достигнуть счастья и настоящего успеха. Это очень здорово. Спасибо вам огромное, доктор Ли. И действительно, вот уже завершая нашу программу, майнд образование – это только часть той работы, которую проделывает ваше служение, ваша миссия для молодежи. Хотела спросить, как вы считаете, вот церковь в целом, что сегодня еще может сделать для молодого поколения, чтобы утвердить их как призванных Божьих, как служителей Божьих? И а, учитывая тот фактор, да, что молодое поколение сейчас подвержено большому а, риску, большой атаке со стороны мира, как сохранить себя в целости для Христа? Молодые люди очень чувствительны, они стремительно впадают в грех, но если они видят добро, принятие, поддержку и понимание, то пропитываются этим, очень быстро могут это принять. К сожалению, соблазны этого мира доступны молодым людям. Но у нас в майнд-образовании мы внушаем силу в сердца молодых. Да, часто мы говорим детям, не делай так, не играй, не дружи с тем или с этим, не делай то, поступай по-другому. Но, к сожалению, это не помогает. У нас есть подход через Майндобразование образование добраться до сердец молодых людей и переполнить их сердца Богом. Тогда они будут приближаться к Нему. В восьмой главе Евангелия от Иоанна рассказана история о прелюбодейке. Несмотря на то, что она была замужем, она полюбила другого мужчину. Хотя, возможно, она говорила себе «так нельзя, это грех», но она проиграла этим мыслям и согрешила. И в конце концов ее должны были побить камнями. Она находилась в великом страхе. И тогда пришел Иисус. Иисус прогнал всех людей, которые стояли с камнями. Иисус есть свет. И этот свет вошел в сердце этой женщины и вернул ее домой. Она была уверена, что ее побьют камнями. И, конечно, она даже не рассчитывала, что живой может вернуться домой. Но она встретила Иисуса и приобрела жизнь. Ее сердце переполнилось благодарностью к Иисусу. Иисус, спасибо! Благодарю Тебя! Спасибо, Иисус! Ее сердце изменилось. Оно наполнилось благодарностью к Нему. И теперь это сердце может преодолеть непристойные мысли, похоть, страх. Если сердца молодых людей переполнить Богом... Знаете, когда мы думали об этой программе, по работе со студентами, мы предложили уникальный проект. Студентам было очень интересно, им нравились эти занятия, и поэтому мы с успехом провели множество молодежных служений. И также мы хотим сделать нечто подобное для молодых людей и в России, чтобы они могли засыпать счастливыми и просыпаться в надежде. Действительно, мы желаем, чтобы это служение развивалось, разрасталось по всему миру, чтобы как можно больше людей были захвачены этой благой вестью, имели действительно сердце Христа, потому что Библия говорит нам имейте ум Христов, ум Христов, в сердце Христа, и тогда мы будем поступать так, как поступал Он. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Это была программа Формула успеха. Благословляем вас, молимся за вас. Оставайтесь вместе с нами.